Министра здравоохранения сегодня ждали и в Камском детском медицинском центре. И после визита в мэрию Адель Вафин направился туда, чтобы представить коллективу его нового руководителя. Пост главного врача медучреждения теперь за Тимуром Мубаракшиным. Ему 31 год. До этого он с 2010 года работал в БСМП, занимая должность заместителя главврача по организационно-методической работе. Прошел модернизацию БСМП, и в его ведении была, безусловно, работа по системе менеджмента качества. Успешная работа, показал себя как очень инициативный, целеустремленный молодой руководитель.